В Твери продолжаются работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Одной из наиболее эффективных мер является установка новых и модернизация действующих светофоров. На Т-образном перекрестке на проспекте Победы у дома номер 14 будет введено регулирование движения с выделенной пешеходной фазой. Предположительно, новый светофорный объект появится уже в октябре. Еще одна сложная точка на карте тверских дорог – пересечение улиц Хромовой и Паши Савельевой, сопряженная с железнодорожным переездом. В ближайшее время там изменится схема и длительность фаз. Кроме того, значительно повысить безопасность движения на этом участке помогает и новый светофор, который также установят до конца текущего месяца. В связи с многочисленными жалобами жителей города Твери, а также в целях повышения безопасности дорожного движения, принято решение об устройстве двух светофорных объектов. Один из них будет установлен на проспекте Победы с пересечением с проездом Швейников, а второй светофорный объект будет установлен на улице Хромова. Работы по устройству данных светофорных объектов будут завершены в октябре текущего года.